Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас первые заморозки, минус 2 градуса. Сегодня даже обещают мокрый снег. Я нахожусь практически в центре города, на окраине центра города. Сегодня у меня такое небольшое мероприятие, где я буду выступать в качестве оператора, помогать снимать одну косметическую процедуру для Наташи Нафи. Я, конечно, не совсем понимаю, что это будет, но надеюсь, когда мы встретимся, она объяснит там, что это и зачем. Я прибыл на место, где все будет проходить. Это здание у меня за спиной. Здесь какая-то косметическая клиника или салон, я не знаю, не разбираюсь в этих делах. В общем, приехал я рановато, но, кто не знает, я достаточно пунктуальный человек и всегда стараюсь приехать даже раньше, чем нужно, чтобы не опоздать, ни в коем случае не опоздать. В общем, я не опоздал. Жду Наташу. Наташа еще тоже не опоздала. Как-то ты так подокралась незаметно. Вообще, я жду ее с другой стороны, она оказывается здесь уже. Всем привет. Привет, привет. Привела Серегу. Такой черный вход, знаешь? Вот это да. Я еще хотел узнать у тебя, что тебе тут будут делать. А вот. Ресницами. А тут только ресницами занимаются в этом заведении? Ты какой крутой здесь кресельце. Очень классно, что собралась на себя. А, ну садись. Аудиосистема. О-о-о. Ой, страшно. Прикольно. Даже на пружинке. Вот мой инструментик готовится. Я сегодня как заправочный оператор. Чаек с медом, ничего себе. Итак, дорогие друзья, основная часть процедуры уже закончена. Я за этим всем наблюдал. Действием, честно говоря, на себе бы не хотел бы я такое пережить. Вот сейчас Наташа в таком вот положении, абсолютно беспомощном, с залепленными глазами, там в три слоя. И теперь 10 минут будет лежать. А у меня есть печеньки, чай, который я уже выпил, правда. Есть замечательное кресло, которым я могу... Оу, да, я могу на нем посидеть. Но таки меня выдержала. Вот такие вот муки приходится девушкам переживать ради того, чтобы выглядеть красиво и нравиться мужчинам. Глядя на это все каждый раз, радуюсь тому, что я не девушка. Так хочется открыть глаза. Сколько я уже? Минут 10 я уже вижу закрытым, да? Да. Я еще... говорю, лучше Наташе не видеть того, чего видел я. И все равно увижу потом. И не только ты, а и тысячи других глаз. Спасибо за просмотр. И если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. Буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Также смотрите другие видео на моем канале. И, конечно же, подписывайтесь на канал о жизни и путешествиях. До встречи!